Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия. Уверен, вы уже освоили Зерит Мортис, и, возможно, у вас имеется довольно-таки интересный вопрос по типу «А как люди в группе выдают по 20 тысяч ДПС, по 30, по 40, по 100 тысяч? Что это вообще такая за токсичная эманация, откуда ее брать, и с чего это вообще так сильно бьет какой-то баф?» Об этом сегодня поговорим и все абсолютно полностью расскажу. Собственно, что нам нужно для начала? Для начала нам нужно забафаться. А бафаемся мы от консольки совершенствования. Эти объекты находятся во всех лагерях. То есть и в приюте Пилигрима, и в укрытии, и в низине изгнанника, в самом низу. Там, где мы качаем языки изучаемые, где мы изучаем таланты для Пока-Пока. Что получается? Мы изучаем языки, мы изучаем различные апгрейды, и таким образом мы можем юзать эту консольку более эффективно. Нам потребуется для этого аэлический язык. Тимлисийский, прокачанный на фул, позволяет нам бафаться 5 разными эффектами. Это круто, это полезно, это очень хорошо, таким образом можно много бафов наролять. Далее, энлисийский позволяет нам меньше тратить энергии по капка на то, чтобы просто-напросто получать эти бафы. Далее, телесийский язык позволяет нам продлевать время действия этих бонусов. Если 3 из 3, то до 1 часа. И самый последний баф, который идет, это элисийский. Мы можем лутать вещицы, которые активны только в Зерит Мортис, и они могут быть с гнездами, и в эти гнезда можно вставлять те бафы, которые мы по факту берем с этой консольки. Я вот, например, как раз-таки токсичную эманацию вставил в шапку. Итем левел вещей зависит от уровня снаряжения шифров. Чем лучше мы раскачиваем таланты, тем лучше итем левелом вещи нам падают. За локалки, за квесты компании. Вот как раз-таки за квест компании я и лутанул 252-ю шапку с сокетом. И вставил токсичный кристальный сфероид. Наносит урон, равный 6% максимального запаса здоровья максимум 5 противникам в радиусе 40 метров раз в 5 секунд, то есть тикающий дот. Элитные противники получают урон, равный 2% максимального запаса здоровья. Но в чем суть? Некоторые рарники считаются как просто рарники. Некоторые рарники считаются редкими элитными монстрами, поэтому там все закручено-перекручено, но мы не будем вдаваться в такие подробности. В целом, баф довольно-таки сильный и очень-очень много дэмэджа делает. Попробуем рольнуть его просто отсюда и покажу вообще, как взаимодействовать с этой консолькой. Подходим, юзаем. Создается минус 2 энергии. Нам в сумку после взаимодействия с шариком дается бафчик. Мы его юзаем, чтобы он, например, вновь нам не рольнулся. Опять юзаем баф. Опять что-то берем. Если нам не нравится, мы берем, выкидываем вообще просто-напросто. Опять берем баф. Так, нам это не нравится. Опять берем, вообще выкидываем. И все, Пока-Пок выдохся. Увы, мы не получили токсичный сфероид. Но если у вас есть вещица с гемом, то ее можно надеть, пока вы бегаете в Зерит Мортис, и таким образом сделать просто-напросто колоссальный дэмэдж по мопцам, по рарникам, по элитникам. Это позволит быстрее делать дейлики, локалки и быстрее фармить матрицы, искры и частицы для крафта маунтов и питомцев. Далее я покажу небольшие отрывки, тем, какой реально дэмэдж делает эта токсичная эманация. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! О, вот тут активировалось, смотри. Сейчас так, изменить. Up, VM, off. То есть, походу, все равно есть еще баганные слои, где рарник может быть неактивен. Он лям эманации, я лям эманации. Хорош!